поликлинике на улице Мельникова появился долгожданный цифровой рентгенологический аппарат. С его помощью врачи на ранних этапах могут диагностировать туберкулез и онкологические заболевания. Аппарат не несет лучевой нагрузки на организм, а потому оборудование разрешено устанавливать в поликлиниках, расположенных на первых этажах жилых домов. Закупка нового оборудования стала возможной благодаря губернаторской программе развития здравоохранения. В рамках реализации этой программы в городском округе Химки будет уже монтируется, вводится в эксплуатации 5 цифровых аппаратов. 5. Значит, аппарат в детской, взрослой поликлинике номер 4 на Мельникова 3. 2 аппарата в поликлинике номер 2 на Лавочкина, это маммограф и такой же цифровой флюорограф. И в поликлинике в микрорайоне Сходня. По словам врачей, новое оборудование позволит сократить сроки проведения диспансеризации. Ведь зачастую пациентам приходится ездить в другие медучреждения, чтобы пройти рентгенографическое обследование. Теперь это можно будет сделать в одном месте.